Всех приветствую, друзья. У нас новый день, новый бложек по постройке нашего любимого снегохода. Немножечко вам покажу. В общем, вот у нас конструкция. Вчера я приходил, сделал ему капот. Ничего не снимал, не до этого было. В общем, вот у нас такой капотик получается съемный. Будет все это ремонтопригодно. Время утро, я поспал тут 5 часов. Видео вам. Кто смотрел, думаю, с рыбалки понравились. Там еще будет вторая часть, где мы поехали после рыбалки покататься. Постараюсь, может быть, сегодня-завтра выложить. Тоже там интересно, как по пухляку. Нарезочки, наверное, видели там эпических моментов. Я умучился. Очень сильно с непривычки-то особенно. Там матершина. Так что. В общем, сейчас. Что мне осталось? Мне осталось сделать. Ну, проварить это понятно, что все осталось. А так сделать аккумулятор. Крепление аккумулятора, защиту цепи, крепление бака. Вчера с Сергеем пообщались, решили здесь бак оставить. Будет тут, а значит тут. Сделать направляющий, ему просто зафиксировать на болты. И, наверное, все. Ну, рычаги, понятное дело, в рычаги зайдут еще профиля внутрь, 15 на 15. Как усиление, и надо сделать около рулевых стоек тоже эти небольшие угловые усилители, чтобы не выламывать. Вот такой вот план на сегодня. Ну и подножки доделать, обварить все это, разобрать, собрать. Теперь здесь это у нас толкач. Ну, как я слышал, в нижнем вроде делают. Мужик мне сказал, кто-то ему там сделал. В общем, вот такой у него здоровенный корыто. Привезли переделать модуль передний. Неудобно. Посадить вниз, крепление сделать снизу. Ну, посмотрим. Возможно, целиком и полностью я его переделаю. Потому что иногда проще изготовить новый, чем сделать старый. В общем, такая концепция. Сделать спинку и поставить двухопорный вариатор. Но этим мы будем заниматься четверг-пятницу. Потом проводку здесь надо всю провести, на руль бросить. А установить тормоз гидравлический. Ну, тоже такое приличное количество дел. Так что вот. Все, продолжаю сначала этот, а потом вот этот. Что-то будет интересненько, сниму. Друзья! Можете меня поздравить, я закончил. Сейчас осталась разборка, обварка. Там еще немножечко добавить поперечин, где мотор идет. Здесь внизу площадку сделать. Раскрепить еще продольно. Ну, там пару профилей. Все, нужно все обваривать. И постараться сегодня отвести в покрасочку. И в следующий раз вы его уже увидите красивым. Будем вот этим заниматься. Пока этот красится, займемся вот этим агрегатом. Так что вот так что. А, блин, не забыл, еще спинку надо сделать. Черт возьми, сейчас сделаем. Ну что, друзья, все зачистил. Разобрался. Сейчас позвоню, поеду, в покраску отвезу. Короче, умудохался. Варил часа 4, наверное, если не 5. Обваривал тут всю эту. Всю эту снегоходу. Потом еще сбор предстоит. Так что все, пойду прицеп цеплять. Грузиться буду.
В общем, крокодила отвез. Сейчас немножко позанимаюсь данным товарищем. Расскажу вам секреты все, да? Как модуль толкач делается. Вот у меня какая конструкция. Втулка 12, 20 труба, водопроводка. 12, 12 провальный по кругу. Ось используется, ну, видимо, не знаю, похоже на Альфу, на мопед заднюю ось. Что-то эдакого плана. И все, по идее, профиль дышло с отводом. Ну, это видно какие-то универсальные, что ли. Потому что и сюда вывод сделан. По типу, что привод с той, либо с этой стороны стоит. Профиль 40 на 20. Косынки и усилители. И сводится все в одно. Здесь тоже вот усилитель сделан, где сводится. Конструкция незамысловатая, но весьма эффективная. Вот нам нужно эти громадные сани переделать ему полностью вот эту херню. В общем, сейчас сниму и начну переделывать. Я думаю, вообще просто новую сделаю или все, эту оставлю. Потому что всегда проще сделать что-то новое, чем ебаться за кем-то переделывать. Вот такие дела. Поехали. В общем, вот такая незамысловатая конструкция. Раз, два, три. И все. И больше как бы ни хрена. И нету у нас. Ездит, правильно, значит, нагрузки держит. Профиль, наверное, 30 на 30. Я тут, короче, вот сварил новую ему стойку, вот этот в модуль, который будет от пола идти, от пола. 31 и 2. 30-й профиль. Еще на стенке, наверное, полторашечку. Что нам получается, нужно будет сделать? Интегрировать данное устройство. Сделать одну еще перемычку. И как бы собрать все это до целости и сохранности. Установить гидравлический тормоз. Тоже туда, наверное, надо будет сделать кронштейн. Брайт, сколько, пятнашка? Брайт пятнашка. Вот. И провести всю электрическую часть. У меня нету трубы для руля, вот такой же. Уже в этот, в пятницу, в четверг съезжу, куплю и уже доделаю полностью данную систему. Переделал, еще дополнительную поперечинку вниз поставил для жесткости, а здесь выведу наверх, крепить будем. Вот такая конструкция. Здесь тоже, в принципе, все понятно, что нам нужно будет сделать. Поставим диск, суппорт, дополнительные планки, просто зачищу, потом подкрашу все это и сделаю дополнительные планки
И все будет у нас чинно, блин. Корыто, конечно, здоровенная вообще беда. На снегоходе на каком-то гонять. С таким корытом. На 600-ю гусеницу нормально будет. Хотя понизу у него полтинник. Ну, наверное, 55 может быть. То есть вот, потихонечку, помаленечку собираюсь. Вот так. И день прошел чумазый, как черт. А это все потому, что сварки и болгарки. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем привет, друзья. В общем, что? Модернизация идет полным ходом. Вчера приходил, вечером убрался. Немножечко поработал. Изготовил модуль толкач новый. Вот такой покрасил. Сейчас сохнет он у нас, липнет еще. Вот такой, в общем, получился аналог того. Сейчас привариваю планку. И здесь вот еще одна планка пройдет. Как усилители. Под новый вариатор. И все. И будем потихонечку собирать. Потом подкрашу все это дело, чтобы дальше не гнило. Приварил один болт закладной. Потому что вырваны были. И тут, и там. Конечно, херня. Я ставлю 10, либо 12, а тут восьмерки. Дальше покажу. В общем, вот так. Снизу приварил два профиля. Тормозные. Суппорт установил. Сейчас вот первая пробная сборка. Пока смотрится вот так. Болты десяточку поставил под вариатор. Натяжечка цепи у нас останется и все, что остальное. Осталось нам, в общем, сделать электропроводку. Вперед небольшой брызговичок и на сиденье сделать спинку. В общем, вот так вот. Капот тут немножко доработал, начернил, приварил, не приварил, а это прихватил уголок. Здесь сделал направляющий, куда вставлять капот. И тут тоже приварил четки. Поставил, резиночком стянул. Ну, в общем, по моей методике. Я думаю, вы все видели. Так что все, продолжаю потихоньку. Потом будем заниматься электропроводкой. Нужно стартер и свет перенести сюда на руль. Здесь один провод с генератора выходит. Не знаю, насколько эффективен, конечно, свет. Так что вот, включусь. Так, друзья, в общем, потихоньку собирается. Поставил гидравлику, все работает. Сейчас, короче, завел его, думаю, ну чуть-чуть попробую. Он чуть-чуть дал газу, у него вариатор подклинивает. Он как хуярил, блин. Чуть меня не сшиб. В общем, сейчас что, сниму эту коробочку, смотрю там подключение проводов. Говорит, сделай, чтобы с ключа заводилось. А, блин, крепление аккумулятора нет нихера. Надо еще делать кожух. Как его, кожух, блин. Варить какой-то коробок, куда аккумулятор ставить. Правильно? Правильно. Ну, блин. И спинку. Спинку. Спинку, может быть, наверное, не буду я ничего тут варить. Он порошком покрашен. Ой, сделаю это. Это то. В общем, сделаю какой-нибудь съемный механизм на болтах. Так вот такая горгалыга. Угол только задран его. Но я делал все по-старому. Размеры все те же. Так что все, продолжаем собирать. Поехали. В общем, место у нас освободилось. Стало чуть побольше. Зеленый уехал у нас в Казань. Загрузили в Ладу Гранту универсал. Замечательно туда поместился. Звонили с покрасочной, сказали, что снегоход готов.
проезжайте, сбирайте. Сейчас я вот с этой трихомудией закончу. Тут, в общем, проводкой занимаюсь, обводкой. Проводку всю собрал. Получается стартер, глушилка, свет, выключение света. Дальше штатное все остается, все будет функционально, все работать. Сейчас сделаю крепление под аккумулятор и приподниму чуть вариатор. В общем, вот, короче, вчера еще начал тут с этой проводкой, а вот сегодня закончил. Вот такой у нас звер. Не мой, но звер. Попросил, вчера приезжал хозяин, вариатор чуть-чуть приподнять ему. Сделать проставки. Болты я оставил штатные, но он говорит, можно спилить их. Использовать он их не будет. Придется еще цепь заменить. Так, все, сейчас сделаю крепление. Размещаю и потихонечку, помаленечку. Потихоньку, помаленьку. Будем продолжать заниматься. Сегодня его надо закончить. Сегодня же вечером заберут его. И останется нам снегоход собрать. Серега его заберет после Нового года, 6-го, наверное. Надо будет доделать раз собаку. Вторая вон еще собака у меня лежит. Сутулая, да? Запчасти лежат. Такой вот. У меня есть все, вот, чтобы такой собрать, но пока такой собирать не хочу. Вчера мужики у меня там заезжали в Нижний Новгород. В общем, разговор о ценах. Вот такой буксировщик на 500-й гусенице. С Лифан мотором, с 20-кой. С модулем толкач, 170 тысяч рублей. Вот такое вот ценообразование. А так все, продолжаем. Работать, работать, еще раз работать. В общем, друзья, будет вот такая спинка у нас. Из фанерки вырезал вот такой профильный каркасик и на болтовое соединение. Сейчас вариатор открутил, буду приподнимать его. Не знаю, конечно, как он поместится, надо смещать сюда назад. Получается, все надо, короче, передвигать опять. Проводку все прокинул, все подключил. Чисто теоретически ставь аккумулятор, и все как бы будет работать. Сейчас сниму цепь, цепь будем другую, скорее всего, ставить, потому что уже не будет хватать длины. Пришлось кинуть еще один проводок, чтобы стартер работал. Здесь вот так вот все. Все, делаю дальше. Ну что, друзья, вот почти закончилась прокачка. Вот такая спинка у нас получилась. Эффективная. Теперь у нас раз вот так кнопочку. Все работает. И глушить. Масло поменял. Все, сейчас креплю брызговик. И всего хорошего, счастья, любви, здоровья, удачи. И поеду. Сколько времени? Поеду за рамой. Телефон у меня еще тут показывает. Хрен пойми чего. Так что вот сейчас креплю брызговик. Маленько передвину тут все. Помашем ручкой ему. Что можно сказать? Распаковка нахуй, да? Все, короче, забрал. С покрашивания. Наш снегоболотоход. Снегоход, болотоход, рычажки. Надо будет расклеить то, что заклеено. Ну и все, приступаем к сборке данного. Там, видите, это не реклама, да?
У нас в видео никакой рекламы, нам за них не платят, да? А очень бы хотелось. Наверное. Че, все, вот забрал, выгрузил. Ну, короче, один я его затащил. Не знаю, килограмм 60, может, 50 весил. Сколько я один тут вытащу. Занес. Все, ехаем дальше. День хуй тень.